Привет-привет, моя хорошая. Мы с вами находимся в торговом центре ЦУМ. Вот так он блестит, приливается. Такая сейчас атмосфера здесь. Привет. Я в походном спортивном костюме. Не удивляйтесь, мне так удобно снимать. И сейчас мы посмотрим классную одежду. Кому интересно, идемте со мной. Меня зовут Татьяна, если вдруг кто не знает. Ну, идемте же. Какие интересные люди у нас ходят. Черно-белая, красная гамма, Max & Co. Вот такие сейчас представлены костюмы, пальто. Очень яркие пальто, есть красные, синие, насыщенные такие. Где-то куртка красиво смотрится. 11 240 гривен. Есть еще в красном цвете. Мне понравился вот этот жакет. Смотрите, какой он полуприталенный. 10 440. И такой длинненький. Симпатично сочетается вот эта клетка. И вот этот цвет, что снизу. 14 тысяч гривен, джинсовая куртка. Такие серебряные пуговицы. Корнер Изабель Мара. Такие вот пальто серые в продаже. Серые жакеты. Пальто, смотрите, какое. $19,850 стоит такое пальто у нас. Жакет $17,550 гривен. Базовая вещь, серый цвет, совсем сочетается. Был бы он чуть подешевле. Вот такой джемпер стоит $11,550. Да, точно. Вот такая коса. Здесь очень крупная вязка. Смотрите, кардиган 18 550. Видите, сзади чуть подлиннее. Вот такой вид у этого кардигана. Смотрите, какого прекрасного голубого цвета эта шуба. Класс. Есть же такие прелестные цвета. И составили лук с таким шелковым костюмом. Видите, замечательно смотрится. 14 150, это тоже Изабель Моран. Также здесь есть и светлые джинсы. Вот, видите, есть такого цвета, немножко другое. Штанишки спортивные трикотажные стоят 9 450. И самые обычные. Внизу резинка и худи имеется 8 750. Это все Изабель. Чувствуется, конечно, качество. Ничего не скажешь. Джинсы 9 950, ну, где-то 333 евро. И такие здесь накладные карманы высокая талия такая. Вот такой приятный цвет. Вот Corner Hero. Здесь тоже есть трикотаж. Вот такой стоит у нас 14 450. Тоже базовый серый цвет подойдет под много что. 6 750. Вот такой вот топик в бельевом стиле. Джинсы, опять же, тоже, смотрите, высокая такая талия. И стоит 9 350. Также красивого цвета куртки есть. Смотрите, какие. Утепляемся на осень, на зиму потихоньку, девчонки. Если вам позволяют финансы, то можно, конечно, присмотреться к таким вещам. 13 тысяч 50 гривен. Вот
Такая она длинненькая. А вот корнер Red Valentino. Походу посмотрим, какие здесь есть сапоги. Вот эти казаки. Цены здесь наверняка нет. Так, вот эти у нас стоят 37 450. Ну, посмотрим Red Valentino. Здесь фуксия. Замечательная вещь. Смотрите, красивая вязка, конечно. Вот такой джемперок. Стоит на данный момент 15 150. Красивый, конечно. Лаковые штанишки 11 250. Зауженные к низу. Вот такие свитерочки. Тоже смотрите, какая фуксия, розочки. Сейчас, надеюсь, я найду, где же цена. Так, давайте сначала посмотрим, потом я найду цену. Вот такой не очень длинный он. Стоит он 20 150, 670 евро приблизительно. Короткие кардиганы 18 150. Вот такая вязка. Девчонки, кто умеет вязать, берем нитки шерстяные и вяжем. Не очень сложная модель. 26 550. Вот такая куртка. Здесь такая сеточка, горошек меленький, беленький. Ну, приблизительно 870-880 евро. Я говорю из расчета, что 1 евро равен 30. Можете поделить, и будет точная цифра у вас. Вот такое вот платье. Синий цвет и розы. Это тоже Red Valentino. 23 850. Внизу такой очень высокий разрез, видите, почти 800 евро. Здесь нет подплечика, нет, мне показалось, что там подплечики есть. Вот так, здесь при сборе на сверху очень лаконичная модель, но вот такой яркий цвет и розы. Есть также сумки Victoria Beckham представлены. Такие вот жакеты, смотрите. Очень базовый коричневый жакет. И стоит 21 250, где-то 700 евро приблизительно. Такой он полуприталенный. Есть такие же брючки. Очень базовые на работу. 16 550 гривен. Есть такая штанина прямая со стрелками, с карманами. 18 150. Вот такое вот платье, внизу складки, вот такой остренький воротничок. Также в ЦУМе представлен бренд Нанушка. Смотрите, какие высокие сапоги. В этом сезоне очень модны жакетские сапоги, так что вот такая стилистика представлена и Нанушка. Вот еще интересные какие сапоги. Смотрите, устойчивый такой каблук. Вот сумочка карамельного цвета. И уже на осень, на зиму приготовили нам комплекты шапки и шарф. Обратите внимание, одного цвета. Одно время говорили, что это очень не модно, некрасиво. 3 650 стоит шапочка. Ну, шарф, наверное, побольше, я так думаю. Шарф стоит 4 750 гривен. Вот такие здесь длинные кисточки. Есть бежевый цвет и есть серый цвет. Это где-то 164-165 евро. Пальто такие вот бежевые, длинные. Стоит 25 350. Насколько я знаю, Нанушка это не
кожа в этом бренде представлена вот такой вот по типу тренча пуховичок на осень, на зиму. 27 850. Вот такое пальто симпатичное. Смотрите, приближу немножко. Это около 800 евро. Есть вот такие костюмы. Видите, кожзам брючки. И такая курточка. Она коротенькая, такая легенькая на теплую осень или весну. Стоит 12 150. Здесь разрезы, обратите внимание, на рукавах мягкая. И вот такие острые воротнички в этих курток. Вот также здесь есть кожзам платье, такой коричневый цвет у этого платья. 20 850. Вот. И платье с высоким разрезом. Около 700 евро. 24 350 гривен. Вот такие жакеты. Опять же, 800 евро. Приблизительно. 14 850 брюки. Такие вот штанины широкие. Около 500 евро. 19 150. Вот такая вот куртка, такой яркий цвет. 12 150. Вот эта вещь. Есть еще вот такие голубые брюки. Вот кто хотел, голубой цвет очень необычный и, наверное, редко он встречается. А на ножке вот, пожалуйста, есть вот такие платья. Можно и как верхнюю одежду использовать, накинуть. 24 350. Вот смотрите, как удлиненный жакет или как платье можно носить. Вот такие вот шортики тоже приятного цвета. Можно составить комплект, можно по отдельности носить. Так, шорты у нас стоят, сейчас посмотрим, 12 150 гривен, где-то 400 евро приблизительно. Такие вот шортики. И есть голубые жакеты, такие, как мы видели до этого, коричневые. Так что есть выбор такой необычной цветовой гамме. О, смотрите, розовый цвет. Вот как это смотрится и, возможно, будет смотреться на вас, если вы купите эти вещи. Такие нежные свитерочки тоненькие. В общем, много интересных вещей в ЦУМе. Если у кого есть возможность, можете присмотреться, померить, есть из чего выбирать. Прям уж глаза разбегаются, честно говоря. Бренд Rise. В ЦУМе, как видите, представлен. И есть Ocean Plaza. И этот бренд мне тоже нравится. Здесь такое приятное очень качество. Вид замечательно смотрится. Вот этот вот жакет. Смотрите, какой он красивый. Куртка 18 170. Чуть больше 600 евро. И вот такие вот кардиганы. Бежевые брюки. Бежевые костюмы можно составить, потому что 8 190 такой кардиган, потому что я вижу, здесь есть бежевые жакеты, бежевые брючки. Вот жакет такой 110 950. Такой вот очень приятный базовый цвет. Ну, брюки, наверное, чуть подешевле будут, я так думаю. Голубая рубашка. Можно составить такой очень спокойный базовый комплект. Много трикотажных вещей. Вот смотрите, на манекене тоже такой трикотажный костюм представлен. На кулиске брючки. Сумка такая.
из плащевки. Жакет 11500 гривен, а брючки 6350. Куртки косухи также здесь есть. Его такой красивый цвет, смотрите, какой. Стоит эта вещь 11000 гривен. Очень приятный голубой цвет такой. Оливия Холл, яркие такие джемперочки, красивая обувь by far. Много здесь интересной такой одежды, вот костюмы с котиками в пижамном стиле. Вот смотрите, какая прелесть. Желтый фон и белый фон. Вверх у нас стоит 18250. Вот такая может быть домашняя одежда. Такая тональность есть. Ну, смотрите, как это смотрится. Очень симпатично. Давайте покажу вам несколько витрин, чтобы вы понимали, как в этом году осенью составлять луки. Видите, трикотаж в моде, вот такие худи, джемперочки, свитера, широкие джинсы и такой полуприталенный уже жакет есть. И вот смотрите, какой интересный костюм. Вот белая отсрочка, белый кант очень красиво выделяет структуру этого жакета, замечательно смотрится. И вот такое вот платье, накинуть какую-то куртку сверху или пальто, и будет замечательно смотреться. А вот витрина Марина Ринауди, такие вот платья есть для девушек чуть больше LXL. Пальто красивенное. 11860. Смотрите, какое платье, халат. Очень необычный принт с длинным рукавом. Такой остренький воротник. Смотрите, какие цвета. Очень ярко. Необычное платье. Если хорошо сочетается с таким пальто. 32 570 стоит такое пальто, почти 1000 евро. Здесь есть симпатичные футболки, видите, какой принт. 4640 гривен стоит такая футболочка. Много интересных платьев, пальто опять же красное есть, красное платье, наверное, приблизительно в такой же цене. Тоже замечательные вещи здесь продаются. Ну вот, мои хорошие, такое видео у меня получилось. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, новенькие. Вам не трудно, мне приятно. С вами Татьяна. Пока-пока. До новых видео. Пока.